Всем доброго времени суток, друзья, меня зовут Валерий, и это Resident Evil, первая часть Remastered. Итак, мы с вами в прошлой серии, значит, достали, раздобыли ключ латы, ключ доспехи. Ой, как это, это просто эпично, это просто эпично, я там двух собак с одним ножом просто хэч одну, вот так вот, а вторую вот так, короче. Это было вообще просто. Кто не смотрел, короче, обязательно посмотрите. Ссылка не будет, наверное, в описании. Ссылка будет на плейлист в описании. Вот, посмотрите там предыдущие, короче, зайдите на страницу канала, выберите там все видео, короче, и там будет где-то четвертая, по-моему, серия. Вот, окей. Обязательно не забудьте поставить лайкос. И под это видео тоже, кстати. Тоже, кстати, да. Так, окей, у нас ноль всего, вообще ноль патронов, вообще всего. Можно сказать, ну как всего. Аптечки есть, а по патронам вообще ноль. В дробовике ноль, в пистолете ноль. Вот. Но есть ключ латы. Так. Изначально, значит, сегодня мы посвятим серию с вами как раз таки открыванием дверей с доспехами, вот, но мы пойдем, короче, получается, в соседнее крыло, там, где у нас мы брали дробовик, в ту сторону, короче, пойдем. Вот, поэтому гербицид и синий драгоценный камень я пока брать не буду. И также я не буду брать эту, как ее там, зажигалку, короче, и флягу. Окей. Надо теперь пробежать. Я не помню, там, по-моему, зомбарь у нас вышел. Да, у нас вышел там зомбарь, короче, и нам нужно как-то его сейчас оббежать будет, потому что у нас один ножик. Сражаться я что-то, у меня желания нет с ним. Так, тихо. Тут что, закрыто? Окей, да, закрыто, бляха, что ты... Так, вот сюда. Вот сюда. Тут, по-моему, у нас все зачищено. А, нет, один зомбарь, короче, лежит, мы его не сожгли. Но он лежит там дальше, поэтому он вроде как не страшен. Пока что не страшен. Там еще есть дверь, по-моему, которую мы... ну, закрытая. Так, здесь ворона. Здесь ворона, здесь идем аккуратно. Говорил же, окна, короче, закрывать надо. Вот напускали тут гаркающих. Все, надеюсь, они не полетят, короче. Окей, все отлично. Здесь мы, по-моему, зомбаря, короче, захедшотили, башку ему с первого выстрела зафигарили. Нам повезло очень, поэтому... Патрончики не появились? Думаю, может появились? Может, игра сжалилась? Нам обязательно надо найти, короче, патроны. В первую очередь у нас в приоритете поиск патронов. Что там дымится? Это пыль или что-то дымится? Бляха, пожарку надо вызывать, наверное. Одну дверь мы, короче, с вами открыли в той стороне. Взяли с вами базюку. Гранатомет, то есть. Не базука, а гранатомет. Взяли. Закрыто. Шлем, да. Понятно. Шлем. Я почему-то думал. Там, в оригинале, короче, вот эта комната, которую вот сейчас я проверил. Там, по-моему, была как секретка, типа костюмы. Костюмы. Секретные костюмы там всякие были. Типа гардеробные. Здесь же, по-моему, в оригинале такого нет. Здесь нет такого. Так, окей. Если я не ошибаюсь, вот эта дверь ведет у нас к змее, вроде как, пока туда не идем. Так, а здесь еще есть еще какие-то двери? Нет, вот эти двери все открыты. Хорошо.
Давайте сюда сходим. Сходим. Здесь, по-моему, головоломка, если не ошибаюсь, будет сейчас. С этими, со статуями, там, с рыцарями. Да. В какой порядке, я точно не помню. Какой порядок, я точно не помню. А в этом углублении что-то есть, но решетка мешает достать. Тут, смотри, подсказка есть. А, щит. Щит. А, там вот что у нас. Что у нас? Что, топор. А, меч и... Копье, да? Щит, топор, меч, копье. Щит, топор, меч, копье. Щит, топор, меч, копье. Так, щит. Щит, 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 щит. Fucking shit. Щит. Даже так. Да, в порядке очереди, короче, нажимать. Так, ладно, щит. Что там? Щит, 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 топор. Меч, копье. Щит, топор. Топор. Меч. Меч. Это вот копье, да? А, тоже топор. Так, окей. Что-то не то. Так, погоди, что там нарисовано-то? Щит. Щит. Щит, наверное, маленький топорик, меч и большой топор, наверное. Так, да? Ну, высокий. Ну так я так и сделал. А в смысле? А в смысле, что не так? А, во, вот так. Блях, а к чему тогда эта подсказка? Я что-то вообще не въехал. Окей. По идее, все должно отлично быть. Горе тем, кто нарушит мой сон. Здесь кнопка. Ну да, смотри, копье. Странно. Так, загадочная шкатулка. Драгоценности. Шкатулка драгоценностей. Изучить. Тут у нас чего-то не хватает, получается, да, чтобы ее открыть. Здесь переключатель, вы нажмете его, да. Коробка. Чего? Здесь переключатель нажму. Ничего не происходит. Окей, ничего не происходит. Что не написано здесь? Здесь изображено солнце и луна. Надпись гласит: рассвет пробудет меня. Так, нужно, короче. Что-то, короче, нужно найти. Что-то нужно найти, чтобы туда вставить, короче, чтобы открылось. Окей. Мы ее пока уберем. Пока она не нужна, значит. Бля, хоть и патроны-то, патроны-то где? Патроны нужны срочно. Срочно. Так, змея, поэтому не пойдем. Значит, идем. Короче, тут, по-моему, сейчас еще две двери будут, которые там латы. Вроде как, да? Здесь. Раз латы. Главное, чтобы зомбарей никаких не было. Красная трава хорошо. У меня, по-моему, в этой сундуке есть зеленая еще трава. На этой стене большая царапина. Не похоже, что это работа этих прогнивших уродов. Большая царапина, это, наверное, скорее всего, хантеры. У них, по-моему, такие... А, нет. У лизунов длинные такие когти. А, у хантеров тоже, да, получается. Но этой части нет лизунов. В этой части хантеры. Возьмете аптечку? Да. Это спрей у нас. Мысли. Это у нас спрей. Я вот заметил такую фишку, короче, так, спрей внутри. Такую фишку.
что часть, которая за Леона либо Клэр, там эти лизуны. Части, в которых Джилл и Крис, там Хантер. Вроде как так. Тут ничего нет. Похоже, эти следы проходят прямо через кровать. Ну, тут кого-то в кровать затащил. Кому-то было не втерпёшь, походу. Так. Где я пока это брать не буду. Насколько я помню, здесь, по-моему, какие-то патроны должны быть. Тяха. Трава. Ну, ладно. Траву сейчас мы смешаем. Но аптечки пока... Аптечки пока идут. Да ну, да ладно, чё, патронов нет, что ли? Да в смысле? А как так-то? Как вообще это, как это проходить? Как вообще с ножом? Чисто с ножом? Я надеюсь, что до момента, короче, с этими, до появления хантеров, мы хоть какие-то патроны с вами возьмем. Потому что это не дело, это вообще просто жесть какая-то. Одно дело, знаешь, собаки, да, собаки жесткие. Опа. Я оставил немного припасов в комнате справа. Не стесняйся использовать их, дабы не попасть в беду, Берри. Ой, Берри, ты ж моя умничка. Ой, Берри. Красавчик. Так. Что он мне там оставил? Да ёпти мать. Берри, ёпти мать. Не мог это патронов от пистолета там накидать или... Ладно. Тоже неплохо, ладно. Ладно. Простительно, ладно. Так. Что он мне тут накидал? Аптечку. Ну вот вместо аптечки, да, мог бы. Патроны хотя бы, не знаю, для пистолета. Я не говорю для дробовика, для пистолета. Ладно. Так, это у нас, по-моему, зажигательные. Заряд для гранатомета наполнен спецтопливом, воспламеняющий при контакте с целью. Хорошо, ладно. Пойдет. Ладно, пойдет. Канистр там не наполнил? Нет? Может, слил где-нибудь? Слил где-нибудь там этот... бензинчику. Так, окей, освободили немножко места, отправляемся дальше. Отправляемся дальше сюда. Там, по-моему, дальше по коридору тоже латы, хотя я не уверен. Может, и шлем. Так, какую дверь, какую вот в эту мы не ходили, да? Вы использовали отмычку. Отмычку? Отмычки в ход пошли, окей. Берри, я не хотел тебя напугать. Ну да, в общем, тебе нужно прочесть вот это. Завещание ученого. Внутри письмо. Верхняя часть письма оторвана. Остальную часть письма можно прочитать. Альма, я пытался выжить лишь для того, чтобы увидеть тебя снова. Но мои усилия только задержали неизбежное. Я заражен, и нет никакого лекарства от того, что последует потом. Излечение будет лишь с приходом смерти, прежде чем я потеряю все, что отличает меня от них. Мою любовь к тебе. В течение часа я выйду в вечный сон, где есть мир. Пожалуйста, пойми. И знай, мне очень жаль. Мартин Крэгхэм. Что ты об этом думаешь? Ну, кажется, мы были правы по поводу странности этого особняка. Это еще мягко сказано. А где оторванная страница? Что ж, могу предположить, что на это было что-то очень важное, и кто-то не захотел, чтобы это прошли. Давай продолжим расследование.
Окей. Окей. Тут, по-моему, тоже какая-то головоломка. Мозги. Смотри, мозг. Тут полно мертвых жуков. Так, вы возьмете образец пчелы. Тут рыболовные приманки. Да, тут что-то надо переставлять будет. Образец гигантской пчелы для набивки. Отлично сохранилось. Так, хорошо. Возьмите приманка в виде пчелы. Коллекция различных насекомых. Под ней кнопка. Нажать. Пока не надо нажимать, потому что тут не все сделано. Короче. Так, это приманка в виде пчелы. Здесь нет крючка. Надо крючок где-то. Где в карманах порыться. В карманах что-то есть. Здесь висит белый халат, он пахнет медицинским кабинетом. Полно мертвых жуков, хорошо. Открытый чемодан. Он полон различных биологических докладов. Возьмите крючок. Так, окей, крючок. Различные виды приманок. Так, изучить. Крючок для рыбалки. Хорошо. Тут где-то отсутствует крючок, да? Чпок. Все. Аквариум пахнет так, будто тут жило что-то живое. Возможно, кто-то использовал для выращивания каких-то существ. В принципе, аквариум-то небольшой, поэтому, да? Опасности. Хотя, может, оно вылезло и стало огромным. Хз. Так, ладно, окей, здесь приманки, а сюда надо, короче, с крючком воткнуть. Хорошо. Здесь. Здесь вот это. Коллекция различных насекомых. Под ней кнопка. Да, теперь можно нажать. Вот хорошо. Это нормально. Да уйди ты. Забери, короче, беги. Так, 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 потом посмотрим. Эти пчелы, ух, они, по-моему, это, жалят и, короче, по-моему, яд. По-моему, ядовитые они, насколько я помню. Так, что взял? Чё это? Чё за рисунок? Чё-то льётся. Чё-то льётся-то. Так, изображение ветра. А, это ветер! А, нет. Я думал, там чё-то льётся. Так, чё, у меня есть место? Есть место ещё. Окей, давай сюда сбегаем. Кстати, никто ничего не написал про вот эту вот штуку, которая еще над камином, которая... Что это, как ее взять? Вот это вот. Как это? Что с ним делать? Да чего-то же надо. А, закрытость, шлем, ё-моё. Ё-моё, 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 ё-моё. Так, смотри, царапины еще. Ничего не скажет. А там обратила внимание на царапина здесь вообще. Здесь, смотри, они более глубокие. Она даже промолчала, и пофиг вообще. Просто пофиг. Так. Ну здесь все. Здесь все. Теперь, так, погоди, давай-ка сейчас мы спустимся, короче, выложим. И надо идти к змее, тогда получается, к этой комнате к змее. Сложно ее и которая. Но. Саму комнату к змее мы заходить пока не будем. Потому что надо туда идти хотя бы... Не знаю, надо дробовик, патрон для дробовика нужен. Я знаю, где патрон для дробовика. Но там стоит зомбарь. Это где кладбище. Короче, пойдем туда. Сейчас.
А, стой, погоди. Вот здесь же мы еще. Дверная ручка вот-вот развалится. Все равно войти. Да. Все равно войти. Вот здесь еще что-то какие-то двери, короче. Закрыто. Эмблема семьи Спенсера вырезана на дверной ручке. Бляха, там зомби. Вы использовали ключ латы. О, хорошо, 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 хорошо. Там зомбарь. Бляха. А, тут голова с картинами. Название гласит: принесите свет истины трем духам. Так, здесь аккуратно будем ходить, короче, потому что... Изображение героя с браслетом. Оформлено желтым витражом. Здесь кнопка. Нет, пока ничего не нажимаем. Изображение мудреца с ожерельем. Оформлено красным витражом. Изображение святого в короне. Оформлено желтым витражом. Так. Насколько я помню, здесь какая-то кнопка должна быть, которая... Вот. Не она? Которая поменяет что-то там цвет или что-то. Нет, это просто лампочка. Изображение святого в короне. Оформлено желтым витражом. Тут еще старец, да? Изображение мудреца с ожерельем оформлено красным витражом. Здесь кнопка нет. Изображение героя там с чем-то, да? Оформлено желтым витражом. С чем он там? С браслетом. Ай-яй-та-та-та-та-та-та-та. Изображение героя стало зеленым. А не надо. Так, окей. Лиза защищена тремя духами. Изображение женщины с браслетом, ожерельем и короной. Снизу картины есть кнопка. Нет! Бляха, зачем ты наш... Да ёпти мать! Беги нахрен! Отсюда! Жил, давай, 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 беги, 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 беги! Ат-ат-ат! Бляха, летят ястребы! Чем я нажал? Зачем? Вообще просто неуклюже, неуклюже играю. Придется тратиться аптечку. Ай, уйди, ты еще тут. Обмазанный кетчупом. Так, хорошо. Все, они обратно уселись, они успокоились. Так. Надо взглянуть еще раз на этот витраж. Только не нажимать кнопку. Нажимать кнопку. Окей, так, погоди. Корона зеленая, фиолетовое ожерелье и желтая получается оранжевая, да? Браслет. Так, зеленый верх, фиолетовый средний и низ оранжевый. Так. Зеленая корона, фиолетовая. Тут что у нас? Браслет. Оформлен желтым витражом. Ну погоди, зеленым нам не надо. Зеленым нам нужна корона. Ожерелье, короче, фиолетовое. Погоди. Да, все отлично. Ожерелье фиолетовое. Там как раз желтое. Так, а это что? Изображение цветов в короне. Зеленое. Хорошо, хорошо, хорошо. Зеленое. Тут еще, по-моему, да, что-то? Зеленое. Короне. Тоже зеленое. Не пускаю. Вот так, здесь, по-моему, еще что-то. А, фиолетовый. Фиолет. А.
Ожерелье. Так, что, вот эти не трогаем, да, получается? А, вот здесь еще что-то. Изображение героя с браслета. Оформлено желтым. А, ну правильно. Герой стал... А, все, вот оранжевый. Там как раз оранжевый. Вот этот. Так, то, это то... Отлично. Тремя духами, да? Браслеты у нас оранжевый, корона зеленая и фиолетовый этот, да? Все отлично. По идее, правильно. Была не была. Хорошо. Хорошо. А, маска. Маска. Возьмите маску смерти, да. И что за маска? Без рта, да? Маска смерти без рта. Окей. Еще прыщи на лбу. Прыщи на лбу. Так, что откроется? Вы используете отмычку. Хорошо, открылось. Тут эти патроны, кстати. Я только говорил про кладбище. Тут, короче, патроны для этого. Для дробаша. Я не знаю, попробовать рискнуть. Так, давай, его толкни, да, вот так вот зарежь. Отлично. Блях, он не упал. Он не упал. Дробовик. Та-та-та-та-та-та-та. Хорошо, хорошо, хорошо. Фу, все шикарно. Блеха потратил, да? Последнее осталось. Последнее осталось. Так, а где собаки там бегают? А, там у нас двери-то закрытые есть вообще? Нет какие-то? Ну-ка, надо карту взглянуть. Карта, карта. Так, карту надо взглянуть. Окей, я здесь. А, получается, значит... А, погоди, верхний этаж. Не, а нет, не надо мне верхний этаж. Так, получается, заходишь сюда... А, бля. Так, а заходишь сюда, идешь так, так, прямо. Погоди-ка, прямо. Ага, там у нас собаки. Окей, так, сюда. А ну-ка, а. А, все понял. Там дробаш или крестик. Ага. Окей, там все открыто. А, нет. Да, там все открыто. Тут у нас семья Спенсера. Тут я не был, но туда пока еще рано. Хорошо, так. Получается, правая сторона у нас с вами готова. Так, второй этаж. Это к змее. А вот это что? А это что? Где так? У нас рыцарь там был. Ну, вот эта головка с рыцарями, окей. Так, ага, так, так. А, все понял. Ну, короче, правая сторона у нас все. В правой стороне только змея. В правой стороне только змея. Так, 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 так. Сказал бедняк. Что же, что же замутить? У меня есть для дробаша патроны. Теперь как бы для дробаша патроны есть. Как-то поспокойнее 6 патронов. Бляха, я их тратить тоже. Я не знаю, убрать их и думать так, что как будто у меня их нет. Потому что для хантеров дробовик нужен будет.
Пистолетом очень сложно их убивать. Ладно, пока уберу. Пока уберу. Так, придется аптечку еще брать. Окей, один спрей. Один спрей с собой. Ну, короче, идем туда, к этой, к змее. Наверное, да? Ну, не к самой змее. Ну, короче, вы поняли. Не к самой змее, но к змее. Пришла ты. Окей, и остается у нас другая сторона. Там тоже эти ключ-лат нужен будет. Там как раз гербицид и вся фигня такая. Ричард! Ричард! Что случилось? Ты ранен. Это место — смертельная зона. Тут бродят чудовища. Что тебя ранило? Большая змея. И кажется, ядовитая. Ядовитая? Ричард, держись. Принеси мне сыворотку. Я видел, где она, но не взял с собой. Я пойду и принесу ее, хорошо? Ты справишься. Спасибо. Окей, 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 сыворотка. Бляха, а я, по-моему... Понятно, где сыворотка. Я, короче, помню, в оригинале я, по-моему, не успевал. Или успевал? Нет, по-моему, не успевал. Эту, короче, сыворотку ему принести. Вот. Сыворотку эту принести. И он у меня, короче, умирал, вот. Сейчас постараемся, короче, ему принести эту сыворотку. Попробуем донести ее. Попробуем. Так, окей. Бляха, бляха, бляха! Уйди, уйди, уйди! Нет, я только не хватало. Та-та-та-та-та. Так, тихо. Я тут, пока ты лежишь, потыкать тебя. Ублюдок, короче, у меня последний этот. Истратил на него. Жесть, жесть. Последний кинжал истратил на него. Короче, посмотрим. Так, вот она, сыворотка. Посмотрим, короче, что будет. Я надеюсь, мы успеем. Так, с чем комбинировать-то я собрался? Так, сыворотка. Сериум. Сериум. А, серум. Сериум. Осталось как раз на одну дозу, окей. Погоди, у меня, смотри, что-то есть еще. Вот. Ну-ка. Это что? Шокер? Откуда у меня шокер? Для самообороны. С его помощью моментально вырубить падающего. Откуда у меня шокер? Ёпти мать, а? Вот это прилетело. Вот это подарок. Интересно, девки пляшут. Так, хорошо. Идем теперь по другому пути. Я надеюсь, успею. Я надеюсь, успею. Я хочу просто посмотреть, что будет. Смотри, ожил. Слышишь? Ты слышишь, да, бежит? Уже не ходит, а бежит. Ожил. Бляха. Ой, бляха. Опасно. Тут ворон еще. Похер, короче, я пробегу. Нет времени карабкаться тут. А что, они не полетели, что ли? В смысле? Пока, а что, в смысле? Не полетели? Они решили меня, типа, это, пощадить, что ли? Типа, ей нужно, короче. Пускай бежит потом, если что, заклюем. Потом, в следующий раз.
Конечно, вот это по низу, это путь длиннее получается. По низу. Поэтому, может быть, есть такой вариант, что я не успею сейчас. В оригинале даже такая музыка напряженная играла такая там, чтобы эту сыворотку, короче, принести. А тут как-то все по тишине. Тут все как-то по тишине. Видимо, разработчикам тишину навести охота было, поэтому они все сделали так. Так как есть. Here, Richard. Я здесь, Ричард. Я сделаю тебе укол. Держись. Джилл, вот моя рация. Возьми ее. Я... Это не может навредить? Сюки! Спасли! Спасли его! Отлично. I'm okay. Не, в порядке. The others... Остальные... Что остальные? Что остальные, бляха? Так, окей, ага. Ладно, его спасли, короче, спасли. Надо идти теперь в комнату. В сейв-рум надо идти. Этого спасли. Травы набрали. Туда дальше пока смысла нет, короче, идти, потому что, ну, без патронов. Даже вот этих 6 зарядов в дробаше, короче, мне эту змею не пройти. Хотя можно ее просто там не убивать. А, да, не убивать ее можно. В принципе. Можно пробежать, но это тоже будет сложно. Сложновато. Ну ладно, это попробуем потом. Для начала, короче, мы отправимся с вами. Возьмем гербицид, короче, и алмазик, и отправимся с вами туда, на ту сторону. Вот. Но это уже будет, короче, в следующей серии, друзья. Поэтому видос у меня... Потому что видос у меня уже подошел к концу. Вот. Так, где у меня сохранка? К концу. И в следующей серии уже отправимся на ту сторону с этим гербицидом, короче, с алмазиком. Так. Там обследуем и уже вернемся. Возможно, может, там патронов наберем, короче. И уже вернемся к змее. Вот. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте, подписываемся на Инстаграм, комментируем, делимся с друзьями. С вами был Валерий. Всем пока.